Притягиваю. Вот, теперь могу убирать кран. Здесь, где я крепил цепь, прикручиваю массу. И сразу накину ремешок. Погорячился я с ремешком. Не ремешок, у меня компрессор кондиционера еще не прикручен, только наживил один болт. Поэтому надо ставить на место диффузор. Перед этим соединю патрубок. Все, патрубок одел. Одеваю на место хомут. И затягиваю кронштейн. Также можно сразу бросить на место проводку. Проводку на коробку я подсунул. Снизу вот она идет. Ну, а это притягиваю. Это обратно переключу провод.
И также массу прикручиваю тоже. Не забываю про нее. Притягиваю. Здесь из лента перемотано было. Сейчас сниму опять. Перемотаю. Здесь снизу одеваю датчик на коробку, разъем. Одеваю патрубки на печку. Вакуум. И топливная. Клемму. Притягиваю. Так, все, это отдел, это отдел, это отдел. Это отдел. Ставлю на место диффузор. Thank you.
Ну и все. Диффузор завел, как и во всем. Без спешки главное. Вот. Стоит над защелкой. И здесь стоит над защелкой. Нам остается только диффузор нажать и опустить вниз. Одна сторона и другая сторона. Все. Ставлю патрубок дросселя на место. Опять дождь. Так, хомуты я все одел. Нажигаю кронштейн. Так, одеваю корпус воздушного фильтра. Thank you.
Так, на батарейку я пока не ставлю. Прикручиваю, вернее, притягиваю коллектор. Я его только наживил. И поставлю экран. Также здесь одеваю разъем. Коллектор притянул, одеваю экран. Те вещи, которые мне неудобно было сверху сделать, я их наживил, а затягиваю уже снизу. Это вот как крепление кронштейна выхлопного коллектора с двух сторон. Ну и сам коллектор к штанам. Здесь пружина, затягивать сильно не надо, просто тянем до там упор на болту есть, до упора просто подтягиваем и все. А также наживляю и притягиваю компрессор кондиционера. Фреон остался на месте. Я его не откручивал. Притягиваю кондиционер. Ну, а потом уже ловлю гидромуфту, гидротрансформатор, наживляю и притяну. Верхний болт здесь компрессора кондиционера очень неудобно закручивать. Вот болт видно над шкивом. 75-м удлинителем, 1/4 головка на 12 одевается и прикручивается. Ну а теперь ловлю. Отверстие совместилось.
Все, я пока не затягиваю, только наживил. Все четыре наживляю, а потом затягиваю. Ну и также наживляю и затягиваю болты крепления нижние. Держу коленвал и затягиваю болты. Я их все наживил. Поворачиваю. Почему сначала наживляю, а потом затягиваю? Бывает так, что смещаются немножко отверстия, и последний болт не можешь наживить. Закрываю рючок. Шкив я притянул. По низу у меня с этой стороны все. Остается только одеть приводной ремень. Но это я сверху сделаю. А здесь мне надо одеть разъем. Там направляющая, по направляющей аккуратно ее вставляем и верхнюю гайку поворачиваем. Резкость пропала. Повернул вправо до фиксатора, защелкнулась, стоит. Опускаю автомобиль, ставлю ремень, ставлю аккумулятор. Приводной ремень я установил. Ставлю на место расширительный бачок. Заливаю антифриз, ставлю аккумулятор, а потом опять поднимаю автомобиль. Масло в двигателе слито, но поддон я все равно сниму. То есть поддон сниму, пробку я все равно выкручу, посмотрю, нет ли там каких остатков, прежде чем залить новое. Пробочку. Да, еще какие-то остатки масла есть. Присутствует. Масло темненькое, но оно не грязное. Двигатель обслуживался вовремя.
Так, ну, снизу я все сделал. Пыльники поставил, все поставил. Антифриз залил. Ничего не бежит, ничего не капает. Опускаю, заливаю масло. Антифриз полный, пробку закрываю. Масло заливаем. Масло залью Total 5W30. Так, масло не пойму. А, масло максимум. Залил 4 литра. Чуть больше 4 литров. Так, ну что, еще мониторю, что прикрутил, что не прикрутил, что подключил, что не подключил. И пробую запускать. Вроде бы так проходился по памяти. Все подключил, все прикрутил. Пробую. Работает устойчиво, пусть прогревается, да, двигатель не трясет, только сказал, не трясет, какие-то перебои проскочили, а, обороты снизились, выровнялся. Да, двигатель мягенько работает. Ну, пусть прогревается. Дальше посмотрю. Двигатель прогрелся. Проработал минут, наверное, 40 уже. Обороты выровнялись. А держится стабильно. Вот 650 оборотов где-то держит. На педальку приемистый. Провала нет. Также возвращается на место. Тоже держит.
работает чисто и мягко. Заключительный штрих. И все. Замену двигателя на автомобиле я закончил. Всего вам доброго. А его родной двигатель разберу чуть попозже, ради интереса посмотреть, что там. И, возможно, потом хозяин примет решение тоже его восстановить, чтобы был запасной.